19 января, 80-й день рождения региона, Государственный архив новейшей истории Ульяновской области представит фотовыставку «80 лет побед. Ульяновская область в архивных фото». В экспозицию вошли порядка 80 фотографий из фондов архива. Они показывают самые яркие события, которые были в истории Ульяновской области. Это строительство промышленных предприятий, развитие науки и техники, открытие учебных заведений, проведение спортивных и молодежных мероприятий и многое другое. Посетители выставки, я думаю, что впервые увидят фото того, как парашютисты приземляются на площадь Ленина. Я думаю, что впервые они увидят фотографии прошлого века с празднованием Маслениц и прочих народных гуляний. Ну и, естественно, будут представлены фото, которые связаны с национальными праздниками. На выставке можно увидеть фотографии Ивана Терентьева, первого секретаря Ульяновского областного комитета ВКПБ. Он приехал в Ульяновск 16 января 1943 года. Иван Николаевич стал первым руководителем области. Под его началом она делала свои первые шаги в самые трудные военные и послевоенные годы. Вех, да, в развитии Ульяновского региона и Ульяновска, в частности, стала перестройка областного центра и районных центров в рамках подготовки к столетию Владимира Ильича Ленина. И, естественно, на выставке будут представлены кадры строительства Ленинского мемориала, ЦНК, то, как они создавались, какие люди участвовали в этих событиях, мы это все будем отражать. В период с 20 января по 20 февраля любой желающий сможет познакомиться с экспозицией в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.